На территории области в ближайшие дни будут сохраняться неблагоприятные погодные условия. Десногорцев призывают быть очень внимательными. С 1 по 4 декабря текущего года на территории области ожидается осложнение погодных условий в виде осадков, в виде мокрого снега и дождя. Данная информация доведена до руководителей дорожных организаций, коммунальных организаций. К водителям более внимательно относиться к передвижению на транспортных средствах по территории города, соблюдать скоростной режим и дистанцию транспортных средств.